Всем алоха, с вами Нангачина, и я продолжаю играть в Крёстный Отец. К сожалению, в прошлой серии половина серии просто куда-то делась, вместо этого длилось две части первой серии. Но ничего особого не пропустили, потому что я миссии не проходил в той серии, просто переодел своего персонажа и захватил пару бизнеса. Вот теперь как он выглядит. Ну, сейчас в полном размере покажу, потому что здесь какой-то глюк, лаг. И не показывается в полный рост персонаж. Так, ждем, пока пройдет загрузка. И все. Так, где моя шляпа? Где моя шляпа? Ну ладно. Вот как я переодел своего персонажа, только у него тут еще шляпа была. Все, так, давайте уберем цель с карты, которая стоит тут. И будем выполнять миссию. Я не помню, какая последняя миссия была у нас. И совершенно не знаю, что нам надо делать. Ну, конечно, я знаю, я игру-то прошел сам. Давно еще, так что я не могу привыкнуть к управлению. Давно так не играл. И у нас почему-то один розыск, так скажем. И нам нужно ехать в какой-то клуб, да? Ну, давайте поедем. Так. И мы его проехали. Да, то есть надо сейчас разворачиваться и проезжать по этой маленькой тропинке. Кто по нам стреляет? Вообще фигня какая-то происходит тут на экране. Я пешком, пожалуй, пройдусь. Так, где моя... моя одежда? Ой, моя одежда. Мое оружие. Так. Пленка. Плюс 1000 уважения. Ну, классно. А, понятно. Нам нужно туда идти. Ты что тут делаешь, старация? Или кто-то? Получается, нам нужно здесь начинать миссию. И... подыскана новая малина. Отлично. Вот Клеменца стоит. Поговорить, поговорить. Дон still in bad shape. Why don't you go over to the hospital in Little Italy and keep an eye on things? You think there's gonna be trouble? The police got the building under wraps, but they're not our guys, and I don't trust them. На минус 22 розыск. Езжай в госпиталь. Хорошо. Я с радостью. I hear the Barzinis are good allies, long as you don't cross them. Да, это я знаю. Берем нашу машину, припаркованную посреди дороги. И поехали. Прошу прощения. Так. Блин, что-то разучился я водить в этой игре. А в жизни я и так не умею. Ручник. Что так далеко? Хотя здесь ездить-то вообще можно. Можно просто не то, что в мафии, например. Пол игры состоит из... есть бы. О, видели, как я проскочил? А тут не получилось. Короче, хожу. Проще пешком дойти, чем с такими вот водилами ездить тут. И все, мы приехали в госпиталь. Сейчас будем охранять Дона. Госпиталь пуст. Приходило несколько человек Тессио, и только несколько охранников осталось. Внутри Дон Вита беспомощно лежит перед судьбой, ожидающий его. Ну, как-то перевод левый какой-то вообще. No, I'm just going to the hospital to see Pop. No, I want to send some bodyguards with him, all right? He'll be all right. Salotin knows he's a civilian. All right, be careful. Yes, sir. Send somebody with him anyway. Это Майкл, наверное, да? Hi. Hi. Guard duty, huh?
Yeah, you? I'm here to see Marty. Listen, thanks. There's nothing I hate more than playing the damsel in distress, but I appreciate what you did. I guess I better go in. Hey. Yeah? I was thinking, maybe we should, you know... No. No. We really shouldn't. But we will. Задание выполнено, да. Проверь охранника. How's it going there, chief? Hey, no weapons inside. Hand him over. No problem. You know where Monk Malone is? You mean Marty Malone? He's upstairs, second floor. Твое оружие временно забрано. Да-да, получу я на выходе. Знаю я вас, полицейских, в этой игре. Все, мы перешли. Как быстро мы выполняем задание? He's my kind of nurse. So you decided to come look up my little brother after all. Wouldn't have missed it for the world. Thanks. He's starting to look like his old self again, right? What was that? Go check out what that noise was. Time to die, Don Corleone. Вообще не в тему было. Don Corleone! Живой! Come out! You can hide forever! О, так он даже не простой наемник, как я смотрел. Так он нас сейчас убьет. Выполнить, выполнить его. Да, пистолет. Посмотрим. О, да, дальше идти, ребят. Нам говорят, Фрэнки, туда. Вытащите оттуда Фрэнки. И сейчас Майкл приедет. I'm sorry. Who are you? Who are you? I'm Michael Corleone. Men are coming here tonight to kill my father. I'm here to help. Clemenza sent me. What happened to the police? The guards? I don't know, but I have an idea. I'm gonna get the nurse to move my father to another room. Now you better get your girl out of here. There's a way out through the basement. Go find Tom Hagen. Tell him what's going on. Hey, keep away from the front door. They may be out there already. Да, сейчас нам придется прорываться с боем. Берем наш пистолет. Лучше него ничего нет. В подвал нам сказали идти. Я вот думаю, может взять дробовик, который там был. Можно его взять, нет? Похоже, нет. Ну ладно, тогда пойдемте. Посмотрим, что мы можем сделать. Где дробовик? Вот же он. С дробовиком будет попроще. Что ты тут мычишь? I don't like this. It's too quiet. Так, дробовик мы на всякий случай взяли. Только... There go more of them. Их не будем нарываться. I'm gonna kill... Здесь нужно действовать аккуратно, потому что у нас осталось мало здоровья. Здесь лучше взять пистолет. Ай, fucking shit. Да. Патрон для дробовика. Нам в самый раз. Блин. Ну ладно, давайте переиграем с контрольной точки. И сейчас это должно пройти все идеально. Потому что слишком много здоровья у нас отнялось. Так, дробовик. Они не забрали мой дробовик. Гады. Ничего, я заберу его обратно. Я запомнил, где он. Вот, берем его. И спускаемся вниз. Так, здесь никакого оружия нет. Здесь эликсир, но сейчас нам он не нужен, поскольку мы с полными жизнями, с полной линией жизни. И направляемся сюда.
Возьму, наверное, пистолет. Потому что дробовик, сами понимаете, вещь ценная. Хоп. Все. Был, да всплыл. Куда они все бегут? Ой-ой-ой. Прячемся за стену. Ждем, пока он вылезет. Ух ты! А у нас хорошо получается сейчас стрелять. Возьмем биту, которая валяется тут. И патронов. Патронов нам не дали. Жалко. Хотя там вот есть патроны. Думаю, мы... берем. Опять-таки, пистолет с двумя патронами. Двигаемся очень осторожно. Куда-то труп делся. О, видимо, уборщица пронеслась так незаметно. Ёп-пересете. Давай, вылезай. Коломбо де Мартини. Блин, что ты там сидишь, как трус? Блин, я еще промазал с такого расстояния. Казнь без лица. Да, прикольный тут перевод. Тут патроны. Патрон только для пистолета. Один патрон. Уйди, уйди, черт, блин. Нам так не справится, их тут целая орава. Один патрон дробовика. Замечательно просто, замечательно. Ну ничего, у нас есть бейсбольная бита. А бейсбольная бита, как мы знаем, многое решает. Но где вы идите, да? На одного боитесь. Так, а мы неплохо справляемся, так, как я смотрю. Ой-ой-ой. Вот это им не повезло, так у нас вообще нигде нет патронов. Хотя, вот один патрон в пистолете есть. Так, прошу прощения. Так, я вновь с вами, мы продолжаем. Так, да, мы взорвали эту машинку. Теперь нам нужно выходить отсюда, да? Или как? Соберем патроны. Так сейчас важно для нас. И все? You should wait here. I'll make sure the coast is clear. Okay, but be careful. Don't worry. They won't know what hit them. Так, ну, ну и я уже вроде все зачистил. Так, здесь чисто. Куда идти-то? Здесь тоже никого нет. Еще ниже, видимо. Здесь мы уже были. Идиот. Стоит он, слится в кого-то. Проведи к Фрэнки вы... Что? Это же не Фрэнки. Это же Майкл. Ну, для них... А, это ее Фрэнки зовут? Frankie, ну, прикольно. Are you gonna be okay? Yes, I'll be fine. Go on. The Don needs you. Да, я нужен Дон. Saving me. I'll go get Tom. Все, задание выполнено. Что нам за него дадут? А, нужно еще Майкл Корлеоне искать. Это просто замечательно, господа. Поднимаемся наверх. А, сейчас мы встретимся с полицейским, помните, который в первой серии требовал у нас деньги за то, что мы мясника там под себя. Блин, такие лабиринты вообще. Непонятно к чему. Ого. Ого, да-да-да.
Не тут-то было. Что, идите, да? Двое на одного. А ты трус, да? На. У меня патронов много. Надеюсь, не вернут мое оружие. А где Майкл? Почему он не держит? Блин, ты куда бежишь? Ой, что у меня? Кашель. Да, полиция. No fucking muscle. I thought I got all you guinea hoods locked up. What the hell are you doing here? What's the Turk paying you to set up my father, Captain? Take a hold of him. Stand him up. Stand him up straight. Oh. Told you not to get involved, didn't I? I'm attorney for the Corleone family. These men are private detectives hired to protect Vito Corleone. If you interfere, you'll have to appear before a judge in the morning to show cause. Мы так ухудшили с одним. Точнее, Альдо Трапани, наш персонаж. Все, мы получили $5000 и $6000 уважения. Это просто замечательно. И у нас новое очко умения. И не знаю, в жизнь его, да, увеличу. Я буду придерживаться того, что я всегда делал. Ну и думаю, на этом я закончу миссию, точнее серию, что уже заговариваюсь. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, мне это будет очень приятно. Всем пока.